Дворец спорта «Динамо» в Крылатском – это универсальная арена для соревнований и тренировок по игровым видам спорта. Круглый массивный купол из стекла и бетона скрывает под собой многофункциональный спортивный комплекс, отвечающий самым высоким требованиям. Площадь комплекса 35 тысяч квадратных метров. Основным объектом четырехэтажного дворца спорта является центральная арена, окруженная трибунами, вмещающими 5 тысяч зрителей. По мнению ведущих спортивных специалистов, дворец спорта «Динамо» в Крылатском – лучшая на сегодняшний день баскетбольная площадка в России. Дворец спорта является домашней ареной для мужской и женской баскетбольных команд «Динамо», а также для мини-футбольного клуба «Динамо». На его территории проходит множество турниров и чемпионатов по волейболу, гандболу и другим видам спорта. We'll be right back.